есть остановил опасную атаку. Правда, не сказать, чтобы очень грубо это сделал. Но, тем не менее, Гаррет Бейл на газоне оказался. Ну как, нет, это уж, извините, я беру свои слова обратно. Да, не позавидуешь Гаррету Бейлу, мягко говоря. Джейсон Мурильо очень прицельно пробил. Ну и пока не может в себя Гаррет Бейл прийти. И его легко понять. Отель Луна де Гранада написано на груди у Джейсона Мурильо. Кто смотрел прошлый матч против Осасуны, помнит, что там была другая надпись у Гранады. И это не случайно. Команда проводит благотворительную акцию «Гранада».